Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Ксения Качалина была востребованной актрисой. В какой-то момент ее жизнь свернула не туда. Актриса осталась совершенно одна. Бывший муж, который ранее помогал ей, находится в тюрьме. Единственная дочь, вспоминая об издевательствах в детстве, обходит мать стороной. Сейчас Ксения Качалина живет в центре Москвы. Свою некогда элитную квартиру она довела до плачевного состояния, ремонта нет, электричество отключено за долги, мебель в антисанитарном состоянии. Об этом рассказывает Пятый канал. 52-летняя женщина не исключает, что в ближайшее время продаст часть своей недвижимости. Звезда культового сериала «Марш Турецкого» не замечает происходящего вокруг нее. Она не считает себя человеком с серьезной зависимостью. Единственный доход в 5000 рублей – пособие от Союза кинематографистов – актриса тратит на алкоголь и табак. Еду и одежду она находит в мусорных баках, расположенных недалеко от дома. Более того, Качалина не только ест на помойке, но и жила с лицами без определенного места жительства. Она пускала. Знаете кого? Бомжей. А у нас ответственный за дом от Джека говорил, что он их гонял, отметила женщина, живущая в квартире рядом. Соседи не раз обращались к Ксении Качалиной с просьбами взяться за ум. Жить рядом со социальным человеком опасно, что очевидно. Пока некогда популярная актриса призывы начать новую жизнь отвергает. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!